точки зрения христианства на все наши проблемы. Это другая. И вот Федор Абрамов, у него широкая точка зрения, понимаете? Поэтому его проблемы, его романы, это этические проблемы всего русского народа. Все наши... Она, в отличие от матери, была большой книгочейшей. Я впервые вкусил духовной пищи. Братья мои, старший брат Михаил, это на 15 лет меня старше, он был, это был брат-отец, он был для меня тем же и для всей нашей семьи, чем был Михаил Пряслин для всей семьи. Брат Василий, брат-друг, в доме которого я был всегда желанным гостем, и который очень много, и его жена, которая сидит сегодня здесь, очень много сделали для того, чтобы я встал на ноги, для того, чтобы я первый в нашей земле, в семье, и почти один из самых первых в деревне получил высшее образование. Воспитанник Вологодского института, который приехал к нам, вот стал директором и преподавал литературу, и с каким рвением, с каким прилежанием, с каким пониманием святости всего дела, которое он делает, от погибного дяди. Еще о тех, кто сыграл роль в моей литературной жизни. Тут я много можно не мог бы говорить и называть, ну, прежде всего говорить о Александре Трифоновиче Твардовском. И тут я должен был бы назвать первого моего рецензента Михаила Леонидовича Слонимского, человека великой доброты и такого вот. Для нас особо дорога. Это тема, которую он коснулся в своем незавершенном романе «Чистая книга». И в этой книге центральным образом для нас, по крайней мере, да, это образ Махоньки, в основе которой лежало жизнеописание Марии Дмитриевны Кривополеновой. И в этой книге, в незавершенном романе, есть для нас самое главное – это понимание той необыкновенной роли, которая придавалась русским человеком, и особенно человеком-северянином, своему вещему слову. И что особенно для нас важно – это какое-то поистине религиозное отношение к исполнительству, как к некоему служению. И вот Махонька рассказывала о своем уже умершем дедушке. Она говорила, что это был необыкновенный человек, солнечный дедушка. И вот это была глыба. Вот это был сказитель, настоящий народный сказитель. А я, говорит, маленький отросточек, маленькая веточка на этом древе. И очень высоко ценил. Вот маленькая крошечная сегодняшняя программа. Мы ее хотели бы начать с выступления Людмилы Николаевны Иванищенко. Она что-то расскажет, может быть, сказку, которую записана от Марии Дмитриевны Кривополеновой, может быть, еще что-то. И несколько песен северных, которые записаны не только на Пиниге. Это Архангельская область, Вологодская область. Это вот то, хотелось бы передать ту атмосферу необыкновенного этого русского вещего слова.